Селфи с лесиком и мастер-классы спортсменов. У Гомеля завершается подрыхтовка фан-зоны до других европейских гульнев. Сачыць за ходом мультиспортивных спаборництвов можно будет на пляцовце каля Лядовага палаца. У день открытия Европеады свое майстерство покажут легендарные спортсмены Гомельщины, а на сцене выступят белорусские зорки. Подчас мероприемства будут працовать и интерактивные пляцовки, на яких гомельчане смогут познакомиться с разными видами спорту и отказать на пытание. Тенні вікторини. Фан-зона почне працювати завтра у 20 годин. До речі, до яркого спортивного свята телерадіокомпанія «Гомель» обвестила фотоконкурс «Моя любимая фан-зона». Досилайте свої фотоздымки на адрес електронної пошти фотоконкурс igrysobaka.tvergomel.by. Шукайте себе на здымках на нашому сайті. Автори лепших фото отримають призи.